Итак, друзья, привет! Уже четвертую неделю я живу в Коста-Рике. Сейчас я нахожусь в городе Хако. Он находится на побережье Тихого океана. Да, вот здесь пляжик такой. Сегодня утром я встал в 5 часов. Специально для того, чтобы побегать с утра. Очень классно здесь было. Еще темно было, да? Вот, очень классно было бегать по набережной. Вот, очень доволен, что приехал сюда. Здесь вообще атмосфера совсем другая. Классные люди, все такие как бы friendly, вот, все теплые такие люди, да. И очень красиво здесь, мне нравится, да. Давайте я вам покажу немножко океана. Да, вот он. Да. Вот. Вечером я прихожу сюда купаться, 4 часа, как правило, да, потому что я раньше пришел один день и сгорел, даже не помог мне крем, вот, поэтому я прихожу в 4 часа и уже купаюсь до вечера, до 6, вот вчера до 6 купался, и уже как бы солнце садилось, очень красивый закат здесь был. Вот, вот там в горах находится очень красивое место, которое называется Мирадор Мира. Это заброшенный, видимо, ресторан какой-то. Я гулял там в воскресенье, но у меня не было камеры. Вот. И, может, сегодня-завтра пойду туда, запишу вам видео. Очень красивый вид оттуда, да. Вот. И дорога там идет через лес, через джунгли. Вот, подниматься туда нужно пешком. Так что вот так. Очень классно здесь. Я очень доволен, что приехал сюда. Вот здесь отель. Да, там в конце вот тоже есть отель очень красивый. А тут такие маленькие отельчики. Вот.